займет всего 10 минут. Состоять будет из 5 упражнений, которые буду выполнять в 2 круга. В первом круге принцип такой: 45 секунд работаем, 15 секунд отдыхаем. Второй круг уже даем себе немножко отдохнуть, так как мы уже устанем после первого круга. И делим пополам. Будем 30 секунд качать, 30 отдыхать. Такая лайт-версия. Ну, вообще, как бы я постоянно пресс не качаю. Так как я знаю, ну, во всех других упражнениях, что бы я ни делал, он участвует. Ну, для себя я так решил, не считаю нужным. Но иногда мне нравится дать такую хорошенькую тренировочку, как там говорят, так, ух, после которой потом на второй, там, на третий день даже ты чувствуешь, и нравится вот это состояние, когда ты идешь, и прям получается чувствовать, как работает пресс, как он держит наш корпус ровно. Он и так, и без этой прокачки нас держит, но просто мы этого не замечаем, это на автомате происходит. А вот после такой хорошей, такой жаркой тренировки это чувствуется. И мне нравится это состояние. Приступаем. Сейчас включим таймер и
Теперь второй круг. Thank you.
Все, 10 минут пролетели. Я заметил, ну, по себе, можно было немножко меньше сделать паузы во втором круге. Ну, в принципе, тоже нормально. Вот в чем удобство, что вы уже сами можете для себя регулировать. Также упражнения, если вам покажутся там слишком тяжелыми, вы попробуйте. На пресс очень много упражнений есть. Выбирайте любые 5 и по вот этому принципу занимайтесь. 10 минут всего. Вы сами можете отрегулировать под себя. Чтобы не было совсем легко, потому что, ну, мы же все-таки тренируемся, мы преодолеваем предел. Чтобы становиться сильнее, мощнее, выбирайте сами. Или же обращайтесь ко мне, а я уже вам подскажу, исходя из своего опыта. Нравится мне это. Это же уже завтра, но это минимум после таких тренировок пару дней будет хорошенько чувствоваться. Вот этот столб пресса. По улице идешь и вот чувствуется так, как он тебя поддерживает. Начинаешь наклоняться, оп, а пресс контролирует, не дает. Все, пока. До новых встреч.